Добрый день, друзья. С вами Дол. Сегодня у нас Galaxy 2, замена экрана. Вот. Болты. Раскручиваем болты. Вот. Оригинальную батарейку я снял, потому что она не заряжена. Ставим заряженную батарейку. Включаем. Телефон включается. Так вот выглядит новый дисплейный модуль. Дисплей. Пластики. Тачскрин. Вот видите, звуки появились. Телефон включился. Экран черный. Матрица разбитая. Вот. Они бывают разные. Бывают в сборе с рамкой. Бывают только стекла. Бывают разные комплектации в зависимости от цены. Давайте подсоединим его к телефону, к рабочей плате. Проверим, работает ли он. Телефон был мокрый. Клиент принес мокрый телефон. Мы его промыли в УЗВ. Вот, прочистили, прогрели. Ну, вроде начал включаться. Сейчас мы проверим, работает ли экран. Не работает ли тачскрин. Ставим рабочую батарею, включаем телефон. Экран включился. Сейчас телефон загрузится, проверим тач. Меняется он несложно. Больше 10 минут замена не занимает. Плату снимать не надо. Вот он, появилась картинка. Проверяем тач. Проверяем кнопки. Графический код рисуется. Кнопки все работают. Вроде нормально. Все работает. Отключаем телефон. И приступаем к снятию разбитого дисплейного модуля. Снимаем батарею, включаем фен, разогреваем поверхность тачскрина, особенно периметр его. Я ставлю температуру 350 градусов, 400 можно даже. У них вверху можно снимать смело, ничего не бояться. Внизу у нас проходит шлейф кнопки Home и двух нижних кнопок. Также подсветка, поэтому обратите внимание на низ. Обязательно аккуратно снимайте низ, чтобы не задеть, не повредить шлейф нижний. Так. Снимаем. Достаточно сильно я разогрел. Аккуратно снимаем низ. Смотрим внутрь, чтобы ничто не повредилось, не приклеилось. Далее. Экран тоже у нас приклеен к корпусу. Таким вот образом мы соединили. Вот он, видите. Помимо тачскрина,
который клеится по бокам рамки, по периметру рамки двойным скотчем. Экран, вот он, видите, новый экран, он тоже клеится вот этими вот частями во время постановки. Итак, очищаем посадочную поверхность, снимаем старый двусторонний скотч. Скотч экрана тоже желательно снять. Остались осколки от старого экрана. Очищаем нижнюю часть. Удаляем старый скотч. Будьте аккуратны вот с этим шлейфом. Очень хрупкий. Очищаем. Вроде все готово. Новый модуль у нас не проклеенный. Давайте его проклеим. Снимаем защитный пластик. Проклеен только экран. Вот видите, двусторонний скотч по периметру. Этого, конечно же, недостаточно, чтобы дисплейный модуль держался на телефоне нормально, без зазоров. Проклеиваем периметр тачскрина. Аккуратно. Остался верх. Не забудьте металлическую решетку, которая предохраняет верхний динамик от пыли, грязи. Вот, поставили ее. Вставляем. Еще раз посмотрите, не осталось ли грязи, осколков стекла. Вставляем новый дисплейный модуль. Застегиваем. Забудьте кнопки.
Такая вот, друзья, несложная замена. Это был Galaxy S2. Закручивайте болты, они одинаковые. Тут 6-7 болтов. Замена такого модуля по Европе составляет 60-55 евро. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачного дня. До свидания.